Как дела, джентльмены? Вы все видели, что неделю назад я подтянуться смог только 15 повторений. Ну, потому что давно не практиковал подтягивания. Сегодня подтянулся уже 20 раз. И хотите знать 5 секретов того, как научиться и суметь подтянуться больше повторов? Советы простые, но они все рабочие. Я про них вспомнил и сделал на 5 раз больше всего лишь за неделю прогрессика. Первый мой совет, ребята, подтягивайтесь как можно быстрее. Чем вы будете быстрее подтягиваться, тем меньше забьются предплечья, тем крепче будет хват, тем больше раз вы сможете успеть сделать. Второй совет, ребята, мой, делайте хват шире. Шире хват, меньше амплитуда, выше скорость, быстрее, опять же, вы спрыгнете с турника, меньше забьются предплечья и сделайте больше повторов, плюс больше поработают широчайшие мышцы спины, спина кайфанет от нагрузки. Третий совет, ребята, третий совет — дышите. Если вы остановите дыхание и не будете ровно, спокойно дышать, пойдет перенапряжение, мышцы не получат необходимый для работы кислород, вы рано закислитесь и не сможете сделать большее количество, чем делали до этого. Следующий совет, ребята, предпоследний, это практикуйтесь. Что я делал в течение этой недели? Я подтягивался по 5 разиков и бесконечное количество подходов в течение дня. То есть я делал 5 повторов, 6 повторов подтягиваний. То есть не убивался, не переутомлялся. Делал этих подходов 5-6 в течение дня. Это методика накатки колеи. Вы делаете движение, тело приспосабливается к этому движению, и потом результат оптимизируется и, соответственно, улучшается. И 5-й совет, тоже очень ценный, ребята, заключительный. Не сдавайтесь. Все в голове. Если вы даете команду, что нужно сделать количество, сразу задайте себе задачу подтянуться 20 раз. Например, как я сегодня решил. Вот было неделю назад 15, проходок больше не было, решил сделать 20. Уперся и пока не сделал 20-й заключительный повтор, с турника не спрыгивал. Поэтому упирайтесь. И бензина еще немножечко хватит для того, чтобы дожать, сделать еще один повторчик. В общем, 20-ка. Если все будет идти по плану и будет хорошо, на следующей недельке еще больше повторчиков попробую подтянуться. В общем, следите. И кто что думает по этому поводу, у кого что есть добавить, пишите в комментариях. Мы обязательно в рамках этой темы еще рассмотрим методы увеличения и количества подтягивания, и скорость подтягивания, и веса в подтягиваниях. В общем, я вернулся к гимнастической работе, то, о чем вы просили, поэтому ее будет теперь на канале, я думаю, предостаточно. Будем разбавлять гиревой контент. На сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.